Сейчас делаю кратенький обзорчик резаков, подобрал несколько штук. Вот подобрал несколько видов резаков и горелочек. Вот это у нас горелочка, вот это резак. Это тоже вот вверху типа горелочка большая для подогрева металла. Вот это я спаивать там трубочки, всякую хрень. Вот, вот длина верхнего горелки. Вот где-то. Столько, 80 там с чем-то. Вот резак сколько? 50. Длина. Вот так они выглядят. Вот керосинорез. Вот так он выглядит. Здесь подается для резки и для горения керосин. Вот такая мудреная конструкция. Вот так выглядит резак. Вот два. Вот вентиля. Три вентиля. Пропан, кислород продувающий. Вот здесь сзади два предохранительных клапана. Чтоб... Вот телега. На ней два баллона. Это возит резак на ней. Вот кислород. Пропан баллончик. Шланги тянутся к рюкзаку. Вот кислород. На нем находится редуктор. Вот это клапан. Два манометра. Один манометр давления в баллоне показывает. Второй давление на резак. Вот здесь также пропан. У него тоже также клапан стоит. И манометр показывает давление пропана. Вот резачок. Вот так он выглядит. Вот три вентиля. Пропан, кислород и продувающий кислород. Вот. Вот это сопло. Вот. Диаметр сопла зависит тоже от толщины металла. Чем толще металл, тем больше диаметр вот дырочки там. Вот так выглядит горелочка. У него два вентиля, пропан, кислород. И сзади тоже два предохранительных клапана. Вот два предохранительных клапана. Вот, это кислород и пропан. Вот так выглядит муштука резака. Вот в середине отверстия для кислорода и по бокам маленькие дырочки для пропана. Итак, включаем резак, поджигаем резак, включаем пропан, плавненько открываем кислород. Вот смотрим язычки пламени, какие у нас. Вот. Вот такие язычки должны быть пламени. Вот так включают резак. Вот так должны язычки пламя. Вот сейчас режут металл. Вот надо сначала предварительно разогреть его. Когда он начнет чуть-чуть так подтекать, уже включают продувной кислород. И он продувает и режут. Вот здесь сбоку уголок поставили, чтобы ровней прижать его, чтобы ровней был рез. Вот тут еще так для интереса копирую, вот вам покажу. Вот. Ну и здесь поставили муштук другой. Он другой тут должен быть. Здесь просто как разогрев металла идет.